Привет! Лови, лови! Назад! Пупсы! Пупсы мои! Ой, как сладко его! Что мы платим? Зачем мы платим? Всем привет! Начинаю новый влог. У нас сегодня 22 июля. И мы приехали с рыбалки. Ну как с рыбалки? Просто с отдыха. Папа наш ловил рыбу, а мы просто ели и немножко пили на свежем воздухе. Ну ничего, такое местечко на берегу Даугавы, в общем, прикольно. Вот, я сейчас иду домой, поставила машину и иду домой. У нас опять тепло, ну хотя 24, ну так, знаете, парит. Ну вот как будто гроза собирается, не знаю. Но ночами достаточно прохладно, и квартира успевает охладиться, в общем, в принципе, терпимо. Правда, обещают на выходных опять жару. Ну, посмотрим, как будет. Вот, но посмотрела прогноз на август. Август обещают вообще прохладный, там плюс 17 днем. Прям лепота. Вот. Короче, что хочу рассказать вам. Не знаю, иду так вообще, я устала на самом деле от этого отдыха. Мне надо работать, потому что ко мне, во-первых, приедут коты. Во-вторых, у меня лежат фоточки с выставки. Народ ждет. Нужно прям работать. Потом у меня альбом этот лежит. Я его так потихоньку ковыряю, но нужно уже ковырять быстрее. Вот, а еще в голове все время крутятся всякие проекты новые. И на следующей неделе мы, наверное, встретимся с девочками. Будет у нас такой скраб-завтрак. Ну, я надеюсь, что все хорошо будет. И мы в четверг пересечемся. Но до этого мне еще надо смотаться в Литву на день, на один, наверное. Поснимать котиков, в общем, ну, тоже тяжко будет, я чувствую. Ну, посмотрим, короче. Такие дела. Утро. У нас сегодня суббота. Какое же сегодня число? 24, наверное. Ну, в общем, суббота. Я чуть приболела на неделе. И так не хотелось мне сегодня из дома выходить. Но, к сожалению, я мясо не могу заказать с режима онлайн. Поэтому мне приходится... Вот сейчас 8 утра у нас. И я хочу... Вот 8 открылся магазин. И быстренько рвануть. А пока с утра обычно, знаете, так состояние получше. И мне не очень плохо, в принципе. Просто к вечеру хочется уже полежать, ничего не делать. Вот. Поэтому у меня сейчас с утра задача быстренько до магазина и обратно. Вот. И потом надо поработать, пока желание есть. Потому что все-таки я не могу так бессовестно несколько дней. Я и так уже съемку завтрашнюю перенесла на неделю, ну, дальше. Потому что если я во вторник еду в Литву, мне нужно эти деньки просто полежать. Даже если с нотиком немного, но все равно, чтобы не работать, не напрягаться. А в понедельник у меня должны были еще на маникюр, я вообще записывалась. Но посмотрю по состоянию, как что. Вот, и, ну, не знаю, может быть, тоже отменю. Черт, уже ногти длинные, такие мешают мне все делать. Не понимаю вообще, как девушки живут с длинными ногтями. Мои уже такие too much. И они мне реально мешают. Вот такой длины они уже. Вот. Печатать не могу на телефоне, например. Промахиваюсь мимо все время. И вообще, короче. Так, в принципе, ну, у меня не ковид, если что, да. Я просто простыла, потому что я делала тест, это не ковид. Вот, все нормально. Но простуда есть простуда, потому что где-то, видимо, ну, кондиционеры, вот, я плохо переношу кондиционеры в машине. И только было очень жарко, я, видимо, включила кондей чуть похолоднее, чем положено, чем надо было бы, да. И, в общем, из-за этой разницы температуры вот меня накрыло. Ну, ничего, все нормально, я привычная, давно очень не болела, уже просто года два, наверное. Потому что весь этот вот прошлый год, 20-й, да, я не болела, у меня даже насморка не было никакого.
Вот. А в этом году вот меня поднакрыло по жаре по этой. Все, пришла к машине, поеду. Всем привет, продолжаю влог. Не помню вообще, начинала влог или нет, но продолжаю. У нас сегодня с девчонками скраб-завтрак, и я перед встречей решила, кстати, первый завтрак в этом году, и я не помню вообще, когда последний раз мы встречались вот втроем. А, на Рождество, когда нельзя было встречаться, а мы встретились так тихоря. Но не суть важно. Так вот, я заскочила на почту, и мне пришла целая куча посылок в одном пакете. Это значит, они были размещены у нас на таможне. Их там посмотрели, засунули в один пакет, и оно пришло ко мне с латвийским адресом. Все это бесплатное, ни за что я не платила. В общем, как-то так интересно. Или может, это даже не у нас здесь их... Хотя нет, написано вот... типа custom declaration, да. В общем, интересная ситуация такая. Где в нашем парке, в мимо парка, как всегда. Вот, и сейчас я хочу заскочить еще в Scrapbooking LVM. Я хочу купить одну бумагу от Tabo Studio из там последних, наверное, коллекций или предпоследних. Я путаюсь. Так много выходит нового, поэтому, наверное, из последних, потому что они только недавно пришли. Вот, и потом у нас девчонками скраб-завтрак. И затем... Я еще хочу сегодня заказать еще раз крафтельер. Поступил клей Nouveau, и плюс девочкам пришли там спреи, которых не было в предыдущей вот этой закупке, которая была у нас тут на прошлой неделе. Вот, и нужно купить, потому что там надо было двум девчонкам, короче, вот. И в итоге дел много. А я позавчера была в Вильнюсе, котиков снимала, вот, а сегодня по делам немножко у нас так... Вроде прохладнее, но все равно 25 градусов. Не так, чтобы и прохладно на самом деле. Вот, так что поеду. Поймал мышь. Ой, пошел есть. Ну-ка. Рычи. Это мы вовремя подошли. Слушай, я первый раз вижу, как манулы кормят. Там еще есть, наверное. Есть, да, видишь, что там так дрыг-дрыг. Не пугайте манула. Да, слушай, там еще есть мышка. Там у Брик все разве не было такой штуки здесь. Оп-оп-оп-оп-оп. Слушай, как он ловко их оттуда цепляет-то. И понес дальше. У меня тут капса. Знаете, куда ту ваша? Кого? Знаете, куда? Все, сейчас поплывет. Всем привет, у нас сегодня воскресенье. Какое у нас сегодня? 1 августа. Ужас. Я бы даже сказала, кошмар. Немножко спала жара. Дома все равно еще не прохладно совсем, но на улице очень прикольно. Хотя дождики перемежаются какими-то солнышком. В общем, ну, как по мне, так нормальная погода. Вот. У меня была очень-очень напряженная и насыщенная неделя. Началось все с моей поездки. Началось все с того, что я простыла. И у меня не было ничего. То есть ни съемок, ни работать не могла, ничего. Я просто отболела. И во вторник я поехала в Вильнюс. У меня там было много котиков. И я отсняла кучу фотографий, приехала. Начала их обрабатывать. Кроме этого,
Как вы помните, я делала альбом свадебный, и я его закончила. У меня просто... Я себя чувствую прям большим молодцом, потому что я его закончила и даже в срок уложилась. То есть не надо было там, знаете, не спать ночью и так далее, доделывать его. Помимо этого, к альбому, к этому мне еще подзаказали дополнительно конвертиков для денег, да, то есть этих подарочных. Сейчас я вам их покажу, потому что их я в обзор не буду включать, а в обзоре будет только сам альбом. Что еще я на этой неделе? На этой неделе мы сходили в зоопарк, отдохнули, хорошо погуляли, в общем, было классно. Правда, опять-таки, вымокли под дождем, ну, так не рассчитали немножко, но ничего страшного, без последствий, я так надеюсь. И сегодня у нас... Вчера я доделала альбом, полностью доделала, сегодня у меня куча котиков приедет опять. И... А, кроме этого, в четверг еще перед зоопарком мы встречались с девочками, у нас был, наконец, краб-завтрак. Это был первый раз с прошлого года. В прошлом году мы встречались последний раз еще там перед Новым годом. Вот. И, наконец-то, мы смогли посидеть, потрындеть, потому что по одной мы встречались периодически, там, передавали друг другу какие-то покупки, посылки и так далее. Вот. Но именно такой вот втроем мы не встречались. Я, Саша и Таня. И мы тут, значит, обменивались всякими новостями, побывали в гостях у Сашиной мамы. Большое спасибо за гостеприимство. И просто меня впечатлили цветы, которые растут там в саду, в общем, бегонии, просто one love. Оранжевая бегония запала в душу. Вот, и подарочки. А, помимо подарочков я отдала Саше крафтельер, и Саша поделилась со мной половиной набора, который я вам не показывала. И все-таки пусть Саша его вам показывает, я вам еще раз его так вот пролистаю быстренько, да. Саша его покажет вам подробно уже, чтобы, ну, пусть это будет ее приоритет. Вот, и этот набор как-то мне очень запал в душу, если честно. Я даже подумала, что если Саша не поделится со мной, я его куплю, ну, целиком набор еще. Но она поделилась, я ей очень благодарна. И, если честно, я еще не совсем хорошо понимаю, какой я проект хочу с этим сделать, но вот я не... Опять-таки, это не совсем в моем стиле бумажка такой, знаете, какой-то гримуар делать или что-то типа этого. Вот для Лены Босс было подошло бы. Вот, но... Не знаю, ну, может быть, цветовая гамма какая-то, да, то есть бордо с темно-зеленым, вот оно очень клевски выглядит, и прям это то, что, с чем Саша поделилась. Еще Саша подарила мне цветочки, мы вообще с девчонками обменялись цветочками. Я Тане подарила наборчик своих цветочков, Саше наборчик, и Саша подарила, соответственно, мне то, что она делала, и Тане тоже. А у Тани еще было день рождения, и Тане в подарочек достались целая коробка цветов, там, в общем, разных вариаций, разных оттенков. В общем, всяко разным. Вот, такие цветочки от Саши. Синенькие, вот то, что она показывала, они немножко так блестят. Это сама ткань такая. Такая, как немножко с, не знаю, с чем там, с блеском с каким-то, да, с рисунком. Вот, и это у нас белые, из белой ткани. Вот, такие вот прикольные. Мне нравится то, что они такие, краешек у них такой, знаете, ну, как гвоздичка, типа. Вот. И здорово, что Саша тут, ну, надела без тычинок, да, но в любом случае, что здесь нет никакой пупочки, я все равно их срезаю под корень, да, и так их намного легче клеить. Вот. И еще сиреневые тут же в комплекте идут. В общем, клевские цветочки. Белые вообще, на самом деле, цветы всегда нужны, потому что белые, по-моему, самые ходовые. Их можно покрасить, их проще украсить, я не знаю. Вот, цветные, они, конечно, лучше под определенный проект. Кстати, эти подходят очень хорошо под бумагу от Summer Studio, которая вот эта вот. Вот, посмотрите по цвету, как суперски, да? Надо будет что-нибудь сделать с этой бумажкой. Она лежит у меня, она мне очень нравится. И я точно с ней что-нибудь обязательно сделаю. Вот. И еще Саша подарила нам с Таней по отрезам... Ой, ну, помимо вырубки, естественно. Вырубка – это тоже очень нужная вещь. Вещь. Так. Оп. Вот вырубка. Такие наклеечки в виде марочек. И вот целая стопка вырубки. Я все смотрю на эту салфетку. Я добавила ее себе в виш-лист. И если она будет в наличии к ноябрю, к Черной пятнице на крафтельере, я ее себе куплю. Потому что, если честно, это практически единственная салфетка, которой я в последнее время пользуюсь. Да? Вот она как-то мне ложится прямо под все мои работы. Я не смущаюсь, ее режу на кусочки. И, в общем, очень классная открытка. Вот, не открытка, а салфетка. Так что буду думать насчет покупки. Вот. И вот такая замша двухсторонняя для теснения. Такая классная. Она прям к телу просто.
приятненькая-приятненькая. Вот прям гладенькая-гладенькая такая. Так красиво она прям драпируется, в общем. Прям хочется гладить и гладить. Надо какой-нибудь запилить альбомчик. Что все делают с этими обложками, стеснением? А я что, рыжая, что ли? Надо будет и мне сделать. Попробовать, во всяком случае. Плоттер у меня есть. Вырезать какой-то, ну, не узор, а, как сказать, основу эту для тиснения, да, это не проблема. Вот так что, ну, не знаю, подумаю над этим вопросом. Танюша нам подарила вкусняшки. Подарила масочку очередную. Я так как-то подсела на них и использую. Девчонки надарили. И они у меня как-то так стояли, я их не использовала. А тут, в общем, была зима. Было грустно. Я их начала все-таки юзать. И, в общем, я рада. Так что мы ее обязательно используем. А еще мыло. Очень вкусно пахнет. И мылом этим мы пользуемся. И поэтому у нас все идет в ход. Танюша еще подарила такую вот накалечки. У нас восемь накальки. Я сама ленюсь такое делать, поэтому вот всегда благодарна за такие штуки. Вырезать я уже сама вырежу, а вот сделать мне лень. Хотя у меня есть и калька, и пудра, и, в общем, все у меня в наличии, но как-то так. Еще Таня подарила цветочки, тоже своего производства. Вот такие цветочки. Такой нежненький наборчик. Доставать не буду. Вот. Такие маленькие, типа пуансетти, наверное, и другие всякие цветочки. А это у нас листики с отштамповкой. Вот мне очень понравились, выглядят прям натуральненько так. Очень-очень классно. Вот, так что такие штуки. Плюс вырубка. Вырубка. В общем, я обзавелась вырубкой. И тисненные вот эти кусочки, которые тоже можно использовать. Так, открытку потом покажу. Еще вот такой наборчик, ну, посыпушками их сложно назвать, такие бусины без дырочек. И тоже, я думаю, что они шикарно могут использоваться в работах. В принципе, я даже вижу, что многие подойдут по цвету к Сашиному набору, вот так, если украшать, вот эти розовенькие, например, и темно-синие, вот эти суперские. Вот, поэтому буду использовать, ну, они крупные, да, то есть они получаются не столько посыпушки, сколько, ну, как украшалки идут. Вот. И вот такая открыточка. Так. Вот такая открыточка. Эц. Очень, как по мне, так нежненько и красивенько сделано. Вот, короче. Так. Это, значит, у нас подарочки. Красота. Девчонки, спасибо. Была рада просто со всеми увидеться и потрындеть всласть. Теперь покажу вам свои, ну, не открытки, а это, получается, денежные конверты. Я даже не знаю, как их правильно назвать. Денежный конверт, наверное, да? Так и назвать. Значит, этот у меня был в стиле именно альбома. То есть я взяла ту же самую бумажку, которую использовала в своем альбоме, и те же надписи, да, то есть все как бы использовала фатин. В общем, все, так сказать, остаточки собрала. Вот у меня получилась такая штучка. И так как у меня в альбоме есть небольшой поп-ап, такой, знаете, детский поп-ап я его называю, потому что ничего серьезного, просто такой вот фыр-фыр-фыр небольшой. И я сделала в этом денежном конверте тоже такой фыр-фыр-фыр, чтобы объединить это дело. И сюда вкладывается денежка. Вот я подсмотрела у Саши, как можно сделать, потому что мне всегда было сложно, ну, не сложно, как сделать кармашек для денег, да, то есть как-то вертикально, горизонтально, как его сделать, как его лучше. И в итоге я подсмотрела, как Саша делает, и я поняла, что это чума. Я не знаю, где Саша увидела, сама придумала или тоже где-то подсмотрела, вот. И я прям обрадовалась, очень вовремя я это увидела, как это делается. Просто делаете здесь беговку, складываете, немножко обрезаете наискосок для красоты, для удобства, и вот, пожалуйста, вам карман для денежек готов, да. В общем, вот. Вот такая у меня бабочковая красота. Вот. И на магнит, потому что остальные не на магните, они более просто закрываются, они не такие, там внутри ничего нет, кроме самого кармашка, да. А здесь эти бабочки, поэтому дополнительная какая-то плотность внутри, и нужно было чем-то это дело скрепить, и я поставила магниты. Вот, в общем, такие дела. Такая, значит, это у нас просто, она без дополнительных, просто денежный конверт.
Вот такой, зелененький. Это из коллекции какой-то фабрики декора, по-моему, или скрапмир. Нет, наверное, скрапмир. Какая-то свадебная коллекция. У меня была бумага 20 на 20. Я вот листик взяла, да, как бы. Плюс у меня был начатый, уже порезанный лист с вырезалками. Я просто его закончила. Там вот несколько у меня розочек было, да, то есть карточка. И, в общем, получилась вот такая классная штука. Прошивала, да, то есть на машинке тут шила прям как швея заправская. Вот, и у меня, как по мне, так очень классно все вышло. Вот, а третья штука, это была просьба сделать. Во-первых, будут дариться будет алкоголь мужской и женский. И на них нужно было сделать вот такие вот карточки, которые будут, вот ленточки я сделала, да, и будут вешаться. Ну, то есть там обвязываться вокруг бутылки или, ну, каким-то образом, да. Просто сделала здесь дыроколом дырочку, и сюда вовнутрь будет какое-то послание вставляться. Вот. И в этом же стиле была просьба сделать еще денежный конверт. Я объединила розовый и такой бирюзово-голубой, и получился вот такой конверт. Это вырезалки от Summer Studio, да? От Summer Studio, да. Вот. Листики... Листики, это, по-моему, у меня есть 15 на 15 бумажка, коллекция от, не от Эко Парк, а от Simple Story, что ли. Ну, что-то от какого-то американского производителя, я недавно тут покупала. С обратной стороны они там такие с цветочками, все такое, а вот левая сторона у них вот такая спокойная, да, и очень подошло мне по цвету. Я решила, что мне прям очень в кассу, и использовала именно эти бумажки. Вот, и тут у меня такая бежевая бумажечка. Она такая, знаете, бежевая, с таким розовым каким-то немножко отливом, не знаю. Вот, а эту бумажку мне присылали девчонки давным-давно, и вот она очень хорошо сюда встала. Золотишко такое, в общем, праздничное, да. И вот, как видите, здесь у меня любимые мои салфетки, как раз вот вовремя нарубленные, да. В общем, я довольна. Вот, вот такие штуки у меня получились. Я вам так мельком сейчас покажу альбом еще. Вот альбом, я бы даже сказала, альбомище. Я его вчера тут доделывала, доклеивала, вставляла магниты, дорубала подложки во внутренние части. В общем, будет большой обзор. И вам покажу его подробно. Сейчас, давайте, я просто пролистаю его по-быстрому. Так. Не буду открывать внутренности, это я покажу, расскажу потом. Я думаю, что этот влог выйдет раньше. А обзор вы уже посмотрите затем, после этого, потому что я его, скорее всего, буду обрабатывать довольно долго. Вот, вот такой вот. Это получается 3 полных разворота, плюс по половинке, да, то есть, ну, 4 разворота фактически. Плюс на форзацах тоже есть карманы для конвертов и карманы для тегов с фотографиями. Ну, в общей сложности где-то 70 плюс фотографий, то есть 70 плюс конверты. Как-то так. Я считаю, что, в принципе, очень хорошо получилось и по количеству, и я очень довольна, в принципе, этой работой. Вчера полвечера фотографировала его, в общем, прощай спина, и потому что он большой, и мне приходилось там залазить на стульчик, чтобы его сверху снимать, в общем, тяжело. Вот, и теперь мне нужно очень много всего обработать, именно фотографии с котиками, тогда я смогу, потому что съемки не стоят на месте, никто не ждет, и я тут в ночи вчера там кое-что уже обработала, отдала, и наконец добралась до выставки тоже, да, которая была 3 недели назад, и где тоже уже нужно, уже, вот, но наконец этот проект я сдала. И я теперь могу спокойно обрабатывать фотографии и не мучиться выбором, да, то есть что же мне делать. Вот, так что, а потом разогребусь немножко с фотографиями и примусь наконец за свой красный альбом. Зеленый пока под вопросом, да, то есть он так и лежит, это обложка несчастная. Мы с девчонками там покрутили на скраб-завтраке, но не знаю, я буду еще думать, не знаю, я сама не знаю, как бы... У меня в голове она не сложилась, эта обложка, да, то есть у меня обычно как, в голове уже сложено, и я от этого образа, который у меня в голове, я пляшу, соответственно, мне как-то проще это все делается, да, вот. А в этот раз вышло так, что в голове она мне не сложилась, я примерно вроде представляю, но нет такого четкого, да, картинки четкой. И вот все, как бы, и у меня зависло, да, и Саша удивилась, говорит, он же у тебя готов уже, альбом, только обложки не хватает, уже и задняя приклеена, то есть все готово полностью, вот, но да, я подзависла с обложкой, посмотрим, как это дело, чем закончится, вот, а красный, да, альбомчик красный, плюс у меня ждет в голове уже альбомчик леопардовый,
Вот. Ну, там еще ничего не нарезано, ничего, но в голове он так потихоньку у меня формируется. А, кстати, я еще хотела похвастаться. Я заскочила в Scrapbooking LV, купила новую коллекцию от Abbe Studio, пока есть. Вот. И еще на Крафтельере мы сделали второй заказ на Крафтельере в этом месяце, так что еще будет один обзор Крафтельера. Я думаю, через там недельки-полторы. И заказала дополнительно два листа. Вот такой лист и вот такой лист, для того, чтобы из них вырезать эти цветочки. Вот, потому что лист с вырезалками, ну, он так себе. А вот эти вот букетики здесь, да, они прям чумовые. Вот, поэтому давайте посмотрим эту коллекцию. Так, тут у нас рамочки. Ну, ничего, что такие рамочки, в принципе. Единственное, что сделать с этими огромными часами, я не знаю. Вырезать их и куда-то как подложку использовать, разве что. Ну, понятно. Непонятно. Так, такой вот лист. Тут темно-синий. Так. Тут тоже, в принципе, что-то можно повырезать при желании. Здесь обратный лист такой винтажненький. Так, ну этот лист мне не нравится. Что с обратной? О, с обратной стороны карточки винтажные. Чумовые карточки. Вообще прям классные. Так, эта сторона мне тоже так себе. Ага, тут музыка. Тоже хорошо. Так, вот вырезалочки у нас. Ой, мне так нравится, что они не такие кислотные, потому что вот чем... Да, Summer Studio в последнее время делает бумагу, похожую на Abbe Studio. Вот реально, да? Но у Summer Studio проблема. Они как-то выкручивают насыщенность, у них все такое кислотненькое. Вот тяжело работать, да? А с Abbe Studio работать легко, потому что фактически эти вырезалки, вне зависимости от их цвета, да, как бы, они подойдут в любую работу, потому что они не кислотные. Они хорошо ложатся везде, в принципе. Вот, так что... Мне Abbe Studio нравится больше. А по цене, кстати, получается, чуть ли не Summer Studio приближается по цене практически уже к Abbe Studio. При том, при всем, что здесь у нас 250 граммов, да, а Summer Studio так и клепает 190. Ну, там, в лучшем случае, 200, может быть, да, и бумага у них не такая уж и плотная. Вот поэтому, ну, работать есть куда им расти, так скажем. Так, тут у нас, ага, лист с вырезалками. И с обратной стороны такой листик. Так, очень классные теги мне нравятся, поэтому я не жалею, что я еще один такой листик заказала, да, потому что тут я вырежу, а один листик у меня останется с тегами. Вот вообще классные теги, очень-очень нравятся. С часами еще так себе, но вот эти вот мне нравятся. И мне нравится, что они разного размера, вот что еще хорошо. Да. Так, тут такой листик, этот не так себе, ага, и тут вот цветочки тоже. Ну да, в общем, во всех листах мне нравится одна или обе стороны, и я, в принципе, довольна этим наборчиком. Смотрела остальные наборы, и как-то они меня не впечатлили. Ну, вот это вот. Еще буду ждать новый запуск Примы. Там как-то показывают по кусочкам, непонятно. Но у меня такое ощущение, что осенняя будет очень красивая коллекция, и такое ощущение, что осеннюю я захочу. Ну, посмотрим. Вот, и... Ладно, потом положу. С вами поговорю, тогда положу. Вот, и как-то так. Поэтому я решила, пока есть еще эта бумага в наличии, потому что я думаю, что ее разберут быстро, она красивая. И здесь много, действительно, есть что повырезать, как бы это ценно обычно, да. И так как Abbe Studio не делает отдельно никаких высечек, там, типа такого, да, и поэтому эти листы с вырезалками, они очень хороши. И они есть не во всех коллекциях, да, то есть есть такие коллекции, в которых нечего вырезать вообще, кроме вот этого листа, собственно, с вырезалками, да, который заводской с вырезалками. Вот. А тут прям этот лист и этот, и тут можно вырезать, и этот можно вырезать. В общем, хватает, да. И поэтому я, в принципе, довольна этой бумажкой. Я даже не думаю, что я буду ее использовать как целиковый какой-то, ну, типа, набор, да, то есть в альбом куда-то. А, скорее всего, она у меня разойдется именно вот на такие какие-то открытки, шоколадницы, что-то, мелочевку какую-то, да. И я думаю, что именно для таких целей. Вот, все, наговорила вам 20 минут. Плюс там какие-то видео у меня будут с котиками из зоопарка и что-то еще, мне кажется, я записывала. Я, если честно, за эту неделю очень мало чего записывала, и поэтому что-то там на телефоне есть, и что-то присоединится наверняка, да. Вот, и поэтому буду ждать своих котов. И с вами буду пока прощаться. Всем спасибо, пока-пока.